ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области пасмурное небо, но будет проглядывать солнце, местами осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха в дневное время +1, +3, ночью 5-7 градусов ниже 0. Ветер западный, северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем 2 градуса с плюсом, ночью 7 ниже 0. Ветер северо-западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег, днем 0 градусов, ночью -5, северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем +2, ночью -5 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.